Доброго времени, дорогие. Ну, друзья, что так? Я не знаю, по каким техническим причинам, но у меня почему-то слетела трансляция. Я нашел одно хорошее место, где, в принципе, он на меня не достает. Я не знаю, сколько я ему снес. Сохраниться. Живо! Я замочил его. Ребята, я его замочил. Марчич мертв. Твою мать! Первая хорошая новость за день. От Миллера что-нибудь есть? Он должен быть с Брауном и делегатом. Черт, Орхидея. Я должен их найти. Конец связи. Да иди ты в жопу, я сохранился. Да. Воевать с этим Марченко было проблематично, я вам так скажу. Сам он почему-то подыхать не хотел. Да, это было сложно. Нет, это было реально сложно. Ну мы это прошли. Мы замочили всех его прихвостней. Мы замочили просто всех.
кого только можно было замочить. Важник. Из-за проблем безопасности мы решили пускать наших соседей, а? Ну видишь, ты же жива. Угу, погнали по вещи. Подожди ты. Что, заглючу оружие? Ладно. Целительные коды, я вам уже об этом говорил. Заставил меня выпить. Поздно для Дженсен. Но ты еще можешь других спасти. Отравили шампанское. Отправили в комнаты за приемной. За главным залом я пытался остановить, но теперь я здесь. Джим. Простите, я... Нет, ты ни при чем. Ясно, ты отличный агент. Стоит... Слушай, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, ты хороший человек, Адам. Я всегда... Всегда это знал.
Есть. Я-то думал, он... Миллер мертв. Эти твари использовали. Тебе сообщит. Я думал, он та самая главная скотина, в принципе. Что там у нас? Это, блин, начало делать приказы. Я заебал. Ладно, сейчас возьму другую пушечку, я не против. Прощай.
Мразь. У вас нету ключа? Наверное, мучиться не буду. Так, сохранить. Потому что это... Карманный сыск летает. Что-то опять началось. Солото. Охренительно вы играли. А быстро вы здесь появились? Проверяй состояние бойца. Так, мне нужно подключить одну. Плохую бойну. Да, турельку мне надо отключить. Наш друг Изгаром восстал из мертвых. Это, видимо, про меня. Давайте посмотрим, что еще у нас здесь.
Ну, тебя нахер. Даже не буду, слишком долго. Игру нам уже завершать надо, а я еще все в... А, ну нахрен. Ну ладно. Адам, это я. Карманный секретарь из Гонконга.